Всем привет! Сегодня в этом видео я хотел показать, как скрафтить себе весел. Маленький, простой. Для тех людей, которые первый раз играют в игру и не знают, что, как, чему делать. Вот, для этого вам нужен конструктор, ну, естественно, материалы. Вот нажимаете вот сюда, на эту вкладочку, чтобы не париться там. Это все вот к самому веселу относятся все детали. Вот я уже скрафтил конструктор, движки, вот это первоначальное все, генератор, топливный бак, два бака для кислорода, кислородную станцию, пушку Railgun. Ну это, конечно, вам надо будет ее еще изучить. Вот она находится здесь, в вкладке оружия. Изучить Railgun можно. Сейчас даже посмотрим, на каком уровне. Railgun на 12 уровне. Это, в принципе, довольно-таки быстро можно набить. Охотясь на всяких там динозавров, заодно еще и мясо наберете себе. Вот. Это двигатель, это все уже на 20 уровне. Особенно, по-моему, вот этот вот уже последний. А, да, еще забыл гироскоп. Хотя бы один гироскоп скрафтить. Можно даже два. Как вроде бы, чем больше гироскопов, тем лучше управляемость корабля. Я, конечно, сам не проверял это. На тех кораблях, которые я заказывал с этой вот сюда, вот заходите сюда, и вот тут есть вот стандартные вещи. Тут можно базу скрафтить уже готовую, большой весел, ховеры, которые по земле ездят, не летают. Вот small весел, влаживайте сюда материалы, переходите, нажимаете to factory, влаживайте какие вам нужны материалы сюда, железо, вот сколько это всего требуется. Допустим, вот это вот на первоначальных фазах у вас не будет. Ни сатима, вот этих вот элементов у вас просто их не будет. Поэтому просто сейчас покажу, как это делать. Пойдем на улицу. Вроде бы я все скрафтил, что нужно. И вот хотя бы здесь вот площадочка есть. Ровненькая. А, да, еще забыл сказать, что вам понадобится еще сам куб этот начальный для small vessel скрафтить. Вот скрафтили его, выбираете место, куда поставить, нажимаете, он появляется. Вот так, ничего не видно, солнце садится. Или 57. Ладно, сейчас вот я сбегал на базу, сделал фонари вот такие вот. Их можно забирать после того, как что-то можно собирать с собой, там на луну поставить возле базы, вокруг базы. Чтобы забрать, надо нажать Shift и на F. Раз, и он появляется у вас в инвентаре. И также самый мотоцикл можно забрать. Вы подходите к нему, так же самое. Раз, и он у вас в инвентаре оказывается. Пускай стоит. Поставим назад столбик. Вот. Вот появляется у вас такой кубик. И теперь многие задаются вопросом, что делать дальше. Как что строить? Как поставить двигатели? Вот, допустим, поставили вот так. Несколько кубиков. Берем вот эти вот Thruster S. Маленький, small. Вот. Выбираем его. Вот он появляется у нас вверх ногами. Нажимаем кнопочку Home. Не ту. Под кнопочкой Home есть Insert, или как-то так называется. Это выбирается по оси.
который мы хотим, нам надо повернуть его. Потом опять нажимаем на Home, и он разворачивается. Конечно, неудобно, непонятно, потому что мы не видим, каким образом он становится. Один так, второй раз, скорее всего, с той стороны, третий раз, наверное, снизу становится. Ставим. Теперь берем кабину, лепим ее. Ой, тоже развернуть надо. Лепим ее просто к корпусу. Дальше берем наш генератор. Развернем его. Вот так вот. Ставим по центру. Есть. Теперь берем топливный бак. Ставим так же самое продольно его. Сразу заправляем топливными ячейками. У меня топливные ячейки большие, самые мощные, подходят любые абсолютно. С гидрогена, маленькие, там, крупные, то есть все какие есть. Любые какие есть. Дальше ставим гироскоп. Где он у нас тут? Вот. Так я сказал, даже два поставим. С двух сторон. Соблюдая симметричность. Один холодильник. Сюда же сейчас скину еду. Вот теперь мы уже можем активировать сам корабль. Нажав кнопочку H. Вернее, русская N. Вот, все, он заработал. Тратит энергию. Вот, в кабину, заходим в кабину. Вот, мы можем взлететь. Сесть, конечно, мы не можем, потому что у нас нет двигателя, который направлен вверх. Поэтому мы просто отключаем топливо, не топливо, а просто отключаем корабль, и он опускается. С двигателем я угадал, уже хорошо. А дальше берем кубики. Опять же, это я делаю так, чтобы просто чтобы показать, как это делается. Ставим, допустим, вот такой кубик берем. Разворачиваем так. Да, если кто не знает, как выбирать кубик, нажимайте на правую кнопку. У вас получается список такой вот всяких разных конусов. Тут довольно-таки много для разных фантазий. Что можно сделать? Так, есть. Правильно поставил. Неправильно. Или правильно. Вроде правильно. Прям опять же квадрат. Вешаем немножко ширину. Кстати, если кто хочет сделать, чтобы можно было заходить в SL вовнутрь, то есть можно сделать комнату, поставить вот здесь дверь и заходить уже вовнутрь. Я же так не буду делать. Я сделаю простой вариант. То есть просто закрою вот так вот стенки. Да, вот так вот, чтобы вытянуть вот так вот кубики, нажимаете на левую кнопку, ну на то место поставили, тянете просто курсор в ту сторону и отпускаете. Если у вас достаточно кубиков, они ставятся. То же самое с этой стороны. Вот, теперь берем двигатели, которые будут толкать нас вперед. Так, сейчас развернем их, так как нам надо. Вот так вот. Раз, два. Сверху поставим еще один, третий. Вот, опять же берем кубики. Закрываем все это дело. Чтобы во время боя нам не разбили внутренние системы.
Эти двигатели тоже самое можно спрятать, допустим, взять вот такой трехугольный, развернуть его, поставить вот так, будет небольшая защита боковых попаданий. Так, теперь приступим. Теперь нам нужно поднять наш корабль, хотя даже возьмем просто квадратики, возьмем еще трастеры эти. Теперь нам нужно хотя бы один поставить вперед, для того чтобы тормозить. Когда мы будем лететь вперед, надо будет резко остановиться, ну или вообще просто остановиться при посадке там. Вот, ставим его вперед. Теперь мы можем летать вперед, назад, вверх подниматься. Теперь надо установить еще двигатель, который нас будет опускать вниз. Вот, ставим раз. Для такого корыта, какой я сделал, достаточно будет и одного двигателя. Вот, теперь следующее. Так, я тут, конечно, поспешил немного. Надо было... Ну, мы сейчас с помощью мультитула проковыряем отверстие. С этой стороны то же самое. И ставим еще вот сюда подвижку. Это для того, чтобы влево и вправо перемещаться. Вот. Ну, такой вот... Кораблик можно быстренько довольно-таки сколотить. Первоначальный. Чтобы просто перемещаться на планете. Сейчас я немного приподниму. Выйду из него. Возьмем наш Railgun. И прицепим на днище. Так, развернем его в этом направлении. Желательно его установить по центру корабля, чтобы прицел не мазал. Заходим в кабину. Пока рано. Выйдем еще раз. Теперь мы будем садиться на пушку, поэтому поставим еще пару квадратиков за место ног. Пока ног... Так, что это я ставлю? Кубики, да. Допустим, вот так вот три штуки. И здесь парочку поставить. Заодно и защитим немножко пушку. Так, цепляясь за эту. Вот там есть ноги отдельно, специальные на посадочные модули. Ноги именно. Я их не стал делать, это уже. Можно и без них обойтись первое время. Допустим. Хотя ладно. Раз уже. Давайте сделаем тогда так, как надо. Поставим где-то здесь. Да, конечно, внешний вид у него не будет красивый, потому что надо выбирать разные блоки под разными углами, чтобы оно выглядело симпатичнее. А сейчас это просто коробка с кабиной. Посажу пока его и схожу на базу, скрафчу то, что надо. Вот, я пришел на базу. Опять же, выбираем вот эту вкладочку, и вот у нас самая простенькая ножка есть. Берем, тут три штуки нам хватит. Вот. А потом, если хотите вернуть что-то другое построить, нажимаете вот сюда вот на пустое место, раз, у вас появляются все вещи, которые можно скрафтить для всяких разных. То же самое для ховера, вот, перемещайте. Для большого весела. Вот для него все детали, для базы, чтобы не путаться, не разбираться с этими цветами там и все такое прочее. Забираем наши ноги. Вот, и вернулся. Сейчас опять же так же самое поднимем корабль.
выйдем с него. Возьмем ножки. Допустим, на первый слот. Вот поставим одну, допустим, на пушку. И три вот так вот по краям. Все. Взлетим с помощью джекпака, сядем. То есть мы теперь можем лететь вправо, влево, назад, вперед, вверх, вниз, во всех направлениях. Так, присядем. Выйдем. Дальше заботимся об вооружении. Так, это вот две коробки. Теперь они выглядят так. У них можно менять внешний вид. Можно такую сделать. Можно вот такую. Опять же нажимаете на правую кнопку. Можно выбрать вот такую, но они слишком много места занимают. Вот это стандартная, самая оптимальная. Она и маленькая. Так, гироскопы можно смело закрывать ящиками. Они вам ничему. Они работают автономно. Как холодильники, еда. Можно взять одну. Десяточек съесть. Теперь ставим кислородную нашу станцию. Ну, не станцию, а сами баки для кислородов. Один, другой туда. Так, где кислородная станция? Вот она, кислородная станция. Это здесь уже будете пополнять в вакууме, когда выйдете на орбиту. Кислород. Так как настало, не пойму. Вот. Раз. Устанавливаем ее. В эти баки надо заправить сам кислород. Но я его, конечно, не взял. Вот и смотался на базу. Взял кислород. Вставляете их в эти баки кислородные. Вот, а лишнее ложите, допустим, в этот ящик. По мере надобности, когда будет заканчиваться кислород в этой станции, будете пополнять вот эти баки, берете их оттуда. Так, дальше. Дальше ставим констрактор. Это маленький констрактор, в котором можно всякие запчасти сделать. Допустим, поставим его здесь. Потом устанавливаем коробку для вооружения. Вот. Положим сюда боеприпасы. Да, вот такие маленькие кислородные баллончики, ну это вы, наверное, и так все знаете. Это вручную использовать, допустим. В космосе находитесь, улетели там далеко от корабля, или базу какую-то там разбираете. Нажимаете на них. Пополняете свой кислород. Так же самое можно положить кислороду эти баллончики. Вот и все, садимся теперь в кабину. Выбираем, нажимаем единичку, переключаемся на оружие. Нажимаем перезарядить пушку. И все, мы готовы к бою. Можно разносить такие камни, если они вам будут мешать строительству там какому-то там. Так же самое деревья, если вам чему-то мешает пролететь. Крутить корабль по осям — это Q и E кнопка. Особенно это будет полезно в космосе. Ну вот и все, давайте выйдем в космос тогда. Космос без проблем. Вот у нас получился довольно-таки легенький корабль. 45 метров в секунду в атмосфере. Сейчас посмотрим, сколько он идет в космосе. Чем тяжелее, соответственно, тем медленнее будет летать. Надо будет больше добавлять двигателей. У двигателей тоже есть свой вес. 115,7 метров в секунду. Ну и вот. Собственно говоря, и все на этом.
А все остальные вещи. Да, вот я вижу, что все-таки маловато этих двигателей, которые влево-вправо ходят. Желательно по два поставить. Но это уже надо конфигурации создавать самому. Смотреть, как что получается. Мало, не мало. Так, не забываем шлем. Вот, вышли в кабину. Включим джетпак. Мы уже подлетели, опять же, как говорю, в космосе. Заканчивается кислород. Станция раз. Пополнили. Закончилась еда. Открыли холодильник, взяли, поели. Так, кстати, можно есть прямо с холодильника, я забыл. Нажимаете Shift. Нажимаете правую кнопку мыши. Кушаете прямо из холодильника. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!